Здравствуйте, ребята! Сегодня наша тема Африка, и мы с вами вспоминаем, конечно, про удивительное животное – жираф. Сегодня мы с вами будем делать вот такого жирафа, посмотрите, из пластилина. Это называется модульная лепка, потому что, посмотрите, он сделан из таких маленьких элементов, они называются модули. Они одинаковые, похожи друг на друга, но все-таки разные, отличаются по размеру. На туловище побольше мы с вами сделаем, на ножках поменьше. И для начала давайте посмотрим, конечно, на фотографии этого животного. Может быть, мы его видели с вами давно. Может быть, кто-то в зоопарке был недавно, а кто-то, может быть, и не был. Поэтому давайте с вами посмотрим на него еще разочек. Посмотрите, какой он красавец. Длинная-длинная шея. Это самое высокое наземное животное на Земле. В море есть и побольше животных, но на Земле это самое высокое. Смотрите, какая огромная шея, длинная-длинная. Да? А животное размером от 4 до 6 метров. Огромное. И весит оно примерно 1 тонну. Ну, может быть, и поменьше, но бывают очень большие животные до 1 тонны. 1000 килограмм, большущая. А язык у этого животного 45 сантиметров, и благодаря языку он обхватывает веточку и сдирает с нее листочки, и в день он съедает 30 килограмм листьев с деревьев. Вот, а траву он практически не ест, хотя животное травоядное, но ему очень трудно наклоняться. Чтобы ему наклониться, нужно ножки ему раздвинуть, практически поставить на шпагат, чтобы наклониться до земли. Ему очень трудно наклоняться. Вот, и воду он тоже получает из этих листьев. Вот, кстати, еще картиночка есть. Давайте посмотрим. Воду тоже он получает из листьев. И как раз он такого размера большого, да, и как раз находится на уровне листьев деревьев. И вот поедает эти листочки и пьет из них влагу. Но когда он пьет, он... Уж если он пьет, он встает в такую позу сложенную и пьет сразу 40 литров про запас. Вот, но в этой позе ему очень трудно обороняться от врагов, поэтому он редко пьет. Еще это животное очень удивительное тем, что спит очень мало, от 10 минут в день до 2 часов. Бодрствует практически все время. Давайте посмотрим с вами на... раскраску интересную, да? Посмотрите, какие узоры красивые на теле. Мы с вами видим вот узорчики такие малюсенькие, и они похожи на какие-то треугольники, на квадраты, на какие-то ромбы. Они темные внутри, и снаружи они светленькие. И сегодня мы с вами будем делать как раз модули, возьмем с вами теплые цвета, поскольку у нас с вами... Жираф, он живет в саваннах Африки, там очень жарко и тепло, и цвета наши будут теплыми. Они будут желтые, оранжевые, коричневые. Ну, конечно, возьмем еще черного для того, чтобы животное было поярче. Давайте посмотрим на форму тела. Сказали с вами, что шея очень длинная, туловище, смотрите, напоминает овал. Любое сложное животное, когда мы с вами изображаем, то мы изображаем его из простых форм. Вот тело овал нам напоминает. Давайте на голову посмотрим. Голова нам напоминает форму груши. Да? Смотрите, заостренная к низу и вот, расширяющаяся кверху. Голова груша, туловище овал. Шея длинная-длинная, но, приближаясь к туловищу, расширяется, напоминает нам морковку. Здесь потоньше, ближе к голове, ближе к туловищу потолще. То же самое и ноги. Ноги очень длинные, но внизу они потоньше, приближаясь к туловищу, потолще. Передние ножки и задние ноги то же самое. То есть тоже напоминают нам морковку. Итого овал, груша. Морковка, шея, да, у нас, и ножки тоже морковки, но потоньше, кверху расширяющиеся. Давайте посмотрим с вами на хвостик. Хвост тоже расширяется, приближаясь к туловищу, удаляясь от туловища, становится тоньше. И на конце мы видим кисточку.
такие волосики, они как кисточка. Посмотрите, давайте на голову посмотрим внимательно. Вот, и посмотрим на рожки. У жирафа есть рожки, такая отличительная особенность. Они покрыты мехом, утолщаются немножечко сверху. Кончики темненькие. Ушки, есть еще ушки, они заостренный кончик имеют. Глазки темные, да, смотрите, какие прям черные, блестят немножечко. Видите, такое светлое пятнышко, блик называется. Тогда становится глаз более мокреньким, живым. Посмотрите, какие большие ноздри, да, напоминают форму овала. Маленький овальчик, тоже черненький, такой темный, да. Вот такое животное. Обратите внимание, что на туловище большие мы видим с вами узоры. Вот эти вот треугольники, квадраты самых разных форм. А на мордочке они поменьше. Форма становится меньше. Видите, более маленькие эти формы, да? Какие-то многогранички, какие-то пятнышки такие более маленькие. Вот такое животное, мы с вами его посмотрели внимательно. Вот, и еще такой момент интересный, что у животных, у жирафа рождается обычно один ребеночек, детеныш. Вот, и когда он рождается, он падает с высоты 2 метров. Такая грустная история. Ну, я думаю, ничего страшного. Такое у него испытание сразу, как он попадает в наш мир. Вот такое интересное, очень животное, удивительное, необычное. Сегодня с вами будем изображать. Вот это образец. Ну и давайте мы с вами тогда его уберем. Ну, мы с вами будем на него еще иногда смотреть. Вот, и на этой картоночке сегодня нам с вами понадобится картон. Вот картоночка. Толстенький картончик. Дальше нам нужен карандаш, ластик. И нужен, конечно, будет пластилин. Сейчас пока картиночки убираю, но если что, будем с вами смотреть. Нужен пластилин. Ну, смотрите, вот рядочек нам пригодится вот этот вот тепленький. Стейки. Ну, стейка-нож очень хороший, вот такая или такая, какая у вас дом найдется. Вот тепленькие цвета, смотрите, они какие, да, желтый, оранжевый, яркий какой-то оранжевый, разные оттеночки, коричневый, черный. Вот, ну вот этот вот холодный ряд, он нам не подойдет сегодня, потому что у нас тепло, Африка, вот, поэтому этот рядочек нам очень будет, нам пригодится. Ребятки, ну и давайте мы с вами для начала сделаем модуль, благодаря которому будем работать в основном, а возьмем светленький, ну, допустим, желтый цвет. У меня тоже здесь тепло, и пластилин немножко растаял, но ничего страшного. Отщипываем кусочек. Из этого кусочка мы с вами делаем просто лепешечку, надавливаем пальцами, получаем лепешку. Подавите, понажимайте на него. Вот лепешечка готова. Теплый желтый цвет. Смотрим на него, вспоминаем солнце, тепло. Так, лепешка готова, и теперь нам нужен какой-то коричневый, любой, какой вам хочется. Можно потемнее, можно посветлее. Тоже кусочек отщипнули. И из него мы с вами делаем колбасу, колбаску. Можно в ручке погреть немножечко, если твердый. Ручки у нас теплые с вами, согреют быстро пластилин. Чуть-чуть его так в длину можно немножечко пальчиками размять. Вот, и потом катаем. Покатываем вот так вот на ладошке, на одну ладошку положили, другой ладошкой вот так вот катаем туда-сюда. Или можно это делать на листочке. Вот у меня листочки есть, или можно какую-то досочку для лепки, и просто пальчиками катаем. Получаем колбасу, колбаска. Так, колбаса готова. Заворачиваем ее, вот кладем на нашу лепешечку, заворачиваем. Вот, и получили мы с вами модуль. Вот такая колбаска, завернутая в пласт. Еще разочек покатаем. Можно тоже на руке или на листочке бумаги, или на доске, как вам нравится, как удобно. Покатали немножечко.
И такой модуль мы с детьми называем «Сосиска в тесте». Такое смешное название, но сразу понятно, что имеется в виду. Можно, знаете, как вот так постучать кончики, чтобы они ровненькие были. Ну, не обязательно. Ну, первый у нас будет элемент не очень красивый. Такая будет горбушечка. Ничего страшного, тоже где-нибудь пригодится. И давайте мы сейчас нарежем с вами, как колбаску нарезаем. Посмотрите, да, вот так вот мы получаем, видите, такой у нас срезе. Получаем, да, вот эту колбаску, ее видно. Дальше будет еще получше видно. Ножом аккуратненько нарезаем. Много-много модулей. Прям сразу их сложите. И смотрите, вот мы с вами режем. Какая-то сторона бывает более четкий, вот здесь срез. Какая-то бывает более смазанная, некрасивая. Поэтому давайте сразу выберем красивую сторону, правда? Нам же нужно красивые модули. Ну, этот элементик, он не очень красивый, но, может быть, тоже пригодится нам где-то. Давайте нарезаем модули. Вот они, самые разные формы. Нам толстые не нужны. Делаем их потоньше. Ой, все подпрыгнуло. Ну, ничего страшного. Нарезаем, нарезаем нашу колбасу. Нашу сосиску в тесте. Они самые разные, могут быть с уголочками, даже хорошо. Мы когда сами смотрели на фотографии, обратили внимание, да, что они похожи на какие-то треугольнички, на какие-то многогранники. Нарезаем, нарезаем. Все это выкладываем, не теряем. Посмотрите, в центре они какие крупненькие, да? Так, нарезаем колбасу. Ну, уже много элементов получилось. Они немножко разные, чуть-чуть отличаются по форме. Ну, прекрасно, потому что в природе нет ничего одинакового. Каждый элемент разный. Вот, нарезали колбасу. Ну, давайте мы теперь с вами изобразим животное. Берем карандаш. Ластик нам тоже может пригодиться, если что-то пошло не так. Можно стереть. И давайте вспоминать. Животное мы изображаем с вами от простого к сложному. В ту сторону, куда смотрит голова, оставим побольше местечка. Поэтому овал для туловища чуть-чуть сдвинем налево. И делаем овал. Животное у нас не толстенькое, оно стройненькое довольно-таки, поэтому толстый овальчик не нужно. Овал готов. Теперь делаем голову. Она напоминает грушу, помните? Голова небольшая. Такую грушку изображаю. Голова есть. Теперь соединяем шеи морковкой. Соединяем голову и туловище. Смотрите, чтобы ваша морковка плавненько входила в голову и в туловище. Вот здесь вот эти места более плавненькие делайте, хорошо? Вот такая морковочка здесь расширяется, здесь более тонкая становится. Ну что же, нам осталось еще 4 ноги. Опять это у нас 4 морковки, да? Спереди морковки, можно ровненькие просто делать. Потому что мы с вами работаем с пластилином. Давайте так пока оставим, потом копыта сделаем отдельно. Еще морковка. Обратите внимание, что нога, которая к нам ближе, вот она пониже немножко изображается, ножка, которая дальше, чуть выше. То же самое сзади. Ножка передняя у нас будет пониже, мы ее изображаем. Ножка дальняя повыше. Тоже морковочка сверху потолще, к низу потоньше. Вот немножко ошиблась, ластик пригодился. То же самое, если что-то не то. Стираем. Все, мы это с вами сейчас залепим пластилином, так что не бойтесь.
немножечко ошибиться, стирайте, ничего страшного. Ну и, конечно, хвостик давайте сделаем. Хвостик – это продолжение позвоночника. И вот мы продолжаем с вами позвоночник, и отсюда хвостик. Тоже это такая морковочка, тоненькая, длинненькая, извивающаяся морковка. И снизу мы с вами изобразим кисточку. Кисточку вы, наверное, все видели, да? Вот она напоминает кисточку. Ну и, конечно, мордочку давайте сделаем. Вспомним, что там есть рожки. Рожка, которая к нам поближе. И какое-то утолщенице сверху интересное. Вторую рожку. И, конечно, ушки. Ушки заостренные, да? Вспоминаем. Так она смотрит интересно. Она вроде в профиль, но получилось так, что голову наклонила на нас, и мы, наверное, даже два глазика увидим. Давайте сделаем... глаз, наверное, потом сделаем. Сейчас мы с вами сделаем наши модули, уложим красиво. Ребятки, ну, как мы с вами начинали с туловища, так же давайте будем лепить туловище. Берем наши большие элементы и налепливаем на туловище. Прижали, прилепили. Прижали, прилепили в самом разном порядке, как вам нравится. Как вам удобно. Так, хорошо, эдак. Большое туловище, большие элементы. Можно даже между ними местечки оставлять, потом туда какие-нибудь другие еще элементы добавим. Пока у нас много места, и мы с вами свободно. У нас большое пространство, и мы кладем большие элементы сюда. Может быть, где-то вот по краешку, чтобы... Ну и, конечно, не выходим за край нашей линии, да? Давайте крупненьких сюда. Вот где-то я там дырочки оставляю, ничего страшного. Потом добавим сюда еще элементов. В следующий модуль мы с вами сделаем немножко другого цвета, чтобы наш жираф был поинтереснее, более разнообразный по цвету. Хотя можно и этими же цветами работать, ничего страшного. Так, все утыкало, все свои элементы. Прижали, нажали, прилепили. Так, ну что ж, делаем другой модуль. Давайте мы теперь с вами попробуем другой модуль. Я думаю, тоже будет вам интересно познакомиться. Возьмем другой какой-нибудь желтенький. Вот у меня вот такой какой-то интересный желтый. Он тоже вроде желтый, наполовину оранжевый. Ну, если у вас нет пластилина, можно оставить те же цвета, которые были. Так, давайте мы его погреем, да, если твердый. Разминаем пальчиками, делаем лепешку. Пожалуй, возьму побольше пластилина, немножко маловато мне показалось. Опять комочек. И лепешечку нажимаем, пальчики сильные. Следующий элемент, он будет называться, мы с детьми его называем, забыла название, сейчас, наверное, вспомнится. Очень такое тоже интересное, прикольное название. Значит, смотрите, ребятки, одна лепешечка светлая, другая лепешечка. Ну, давайте какой-то другой коричневый возьмем. Ну, вот такой какой-то я нашла. Такой красновато-коричневый. Тоже помнем его. Можно комочек сначала сделать, чтобы покруглее был. Ну, можно и сразу. Если пальчики у вас сильные, можно и сразу. Главное, чтобы получилась лепешка. Сейчас нам с вами нужно будет... Три хотя бы лепешечки, хотя можно делать много лепешек. Так. Ну вот, лепешечка еще одна. Еще давайте сделаем лепешку, может быть, даже черного цвета. Эти модули будут у нас поярче, поинтереснее. Кусочек вот от большого куска, вот так примерно. Отщипываем. Тоже делаем лепешку.
Готово. Теперь эти лепешки соединяем. Вот желтая лепешечка, на нее коричневая лепешечка, на нее черная лепешка. Так, соединили. И теперь заворачиваем с вами. Вспомнила название, как мы с детьми называем. Мы называем рулет. Сейчас увидите, почему. Смотрите, лепешечку сделали. Да, вот она из трех состоит. И теперь закручиваем в такой рулет. Действительно напоминает рулет. Так, закручиваем, закручиваем. Закрутили. Красиво уже отсюда смотрится, да, посмотрите. Опять в ладошках покатаем. Покатали в ладошках или на доске для лепки. Лепешечка. Колбаса у нас такая толстенькая получилась. Из нее получатся крупные элементы. Если колбасу раскатать побольше, то она будет более тоненькая, и элементы, когда мы с вами будем нарезать, они будут маленькие, да, будут поменьше. Ну, пока у нас еще много больших мест, поэтому мы с вами нарезаем от большой колбасы, нарезаем наш рулет. Но первые, они немножко такие кривые, ну, ничего страшного, потому что мы посмотрели, что у жирафа есть самые разные элементы, и большие, и маленькие, да, и самые разные формы. Посмотрите, какие они красивые, да, получается. Ну вот немножко так мне захотелось согнуть. Это же пластилин, правда, можем и согнуть, чтобы элементик был красивый. И тоже смотрим с вами, чтобы ищем красивую сторону, да, где вам больше нравится, с этой стороны или с этой стороны. И вот красивой стороной кверху кладем. Нарезаем элементы, но смотрите, чтобы элементы были тоненькие, нам не нужно, здесь объем не нужен большой, да, высота нам не нужна, нам нужно просто, чтобы было красиво. Нарезаем элементы. Так, где наш там рулетик? Не совсем его видно, но ничего, я думаю, сейчас появится. Этот рисуночек интересный. Такой закручивающийся. Вот уже немножечко видно, да, закручивающийся такой рисуночек. Так, ну-ка посмотрим. Сейчас мы его увидим. Нарезаем опять большие элементы. Ну, смотрите, вот этот элементик уже такой хорошенький, прям красивый. Здесь видно, как мы закручивали с вами наш рулетик. Да, такая форма интересная. И дальше нарезаем спокойно. Места у нас много еще на нашем жирафе. Можно элемент не весь дорезать, потому что, может быть, нам понадобятся маленькие элементы. И тогда мы нашу колбасочку еще сделаем потоньше и с помощью маленьких элементов будем выкладывать ноги, передние, задние, шею, голову. Давайте сейчас, пока у нас большие, продолжим лепить туловище. Смотрите, как интересно, у нас тут с вами и такие цвета, да, более какие-то яркие, вот эти даже более тепленькие такие элементы получились. Вот ими выкладываем, куда у нас там поместилось. Ну вот смотрите, сюда уже, ну, хотя поместится, вот какой-то маленький нашла. Можно немножечко его подправить, да, чтобы вашу там дырочку подошло. Вот немножко я его расплющила, удлинила и воткнула. Ну, здесь вот совсем малюсенькие местечки, но, может, какой-то маленький элементик тоже можно, да? Ну, смотрите, теперь давайте туловище, в общем, сделали, да? Потом вот эти места оставшиеся мы с вами еще доделаем немножко, и теперь можно уже ножки тоже выкладывать. Большие элементы, мы смотрим с вами ножки, сверху довольно толстенькие, и выкладываем этими элементами ножки. Может быть, даже вот этой стороной, краешку, да, чтобы ножка была поровнее. Потихонечку выкладываем нашу зверюшку. Какой он хорошенький получается. Красивый такой, тепленький. Красавец. Так, ну что же, можно еще больших элементов, да? Посмотрите, здесь еще ножки у нас. И здесь на шее еще много больших элементов. А может быть, нам даже нашу вот эту, наш рулет, немножко сделать ему треугольную форму. Смотрите, как интересно можно сделать, да? Просто пальчиками формуем всю колбасу, она становится треугольная, и у нас будут уже
не овалы, а треугольнички. Ну, хотя все равно пластилин теплый, поэтому немножко все равно он такой круглый. Ну, если его положить в холодильник, пластилин, потом вынуть, холодненький нарезать, то он будет более четкую форму иметь. Ну, с теплым пластилином тоже можно работать, ничего страшного. Давайте, давайте ножки сначала, наверное, выложим, да, чтобы на ноги не забыть. Мне кажется, вот хорошо по краешку сделать ровную вот эту сторону, да, чтобы ножки у нас были ровные. Еще много мест у нас, так что спокойно работаем с большой колбасой вот этой вот. Нарезаем модули. Я думаю, что у вас все получается. Это очень интересно, да? Цвета у нас были все одинаковые, а теперь они все в такой форме красивые, и они повторяются. Посмотрите, они все похожи друг на друга, да? Получается такой узор, орнамент. Когда происходит повторение одного и того же элемента, то мы с вами получаем орнамент. И у нас получается очень красивый жираф. Он весь в узорах и в орнаментах. Так, тут у нас вот элементик немножко уже не влезает. Ну ничего. Я думаю, давайте мы с вами сделаем сейчас переднюю ножку, а потом сделаем две дальние ножки, потому что у нас потом будет другой модуль, и они будут немножко другие по цвету и будут отличаться. Вот оставшиеся вот эти модули можно на шею, например. Давайте шею будем делать. Шея толстенькая. Здесь у основания, да? И здесь тоже большие элементы. Поэтому мы спокойно нарезаем свои большие элементы. Мы с вами познакомились сегодня с двумя модулями, да? Один модуль с колбасой внутри, который мы с вами назвали так шуточно «сосиска в тесте». Вот и другой модуль. Вот такой вот, да, который напоминает нам рулет. Следующий модуль мы с вами сделаем, какой вам больше понравился. Хотите вот этот с колбасой в серединочке, хотите рулетный модуль. Какой вам больше понравился, какой больше интересен, какой захочется. Так, все, модули закончились крупненькие у нас. Дальше, посмотрите, у нас остались мелкие детали шеи, голова, низ ножек. Вот поэтому следующий модуль мы с вами сделаем его потоньше, чтобы наши модули были более маленькими. Ну, давайте какой-то возьмем еще цвет. Ну, давайте я, наверное, сделаю колбасный теперь. И возьму вот какой-то яркий такой, у меня здесь есть цвет. Такой яркий-яркий. Ну, можно и желтенький, какой вам нравится. Опять делаем лепешку. Ну, какой он мягкий у меня. Ну, как раз для этой работы лучше брать пластилин твердый, потому что когда мы с вами нарезаем, чтобы вот эти слои не смазывались и рисуночек на срезе был более четким, лучше более твердый пластилин. Хотя с мягким работать вроде бы полегче, да, но для нашей работы лучше немножко помучиться. Но зато работа будет более интересная, более красивая. Ну и колбасу, пожалуй, в серединочку. Ну, кстати говоря, давайте мы с вами поэкспериментируем немножечко и, может быть, сделаем с вами две колбаски в серединочку положим. Смотрите, как интересно придумалось. Это у нас будет такая оберточка, а в середину мы сделаем с вами две колбасочки. Интересно, что получится. Так. Раскатали колбаску раз, и еще колбасочку какой-нибудь цвет. Ну, такой, например, сделаем. Какие-нибудь оттеночки коричневого. Этот более темный, этот более светлый. Опять делаем колбасочку. Очень толстенькую немножко убавлю. Когда колбаса большая, то мы катаем всей ладошкой. Когда колбасочка тоненькая, то можно пальчиками. Работа более тонкая. Хочется еще потоньше. Можно пальчиками туда-сюда. Вот так вот.
Дай сюда пальчик. Ну, лишнее оторвем. Вот наши две колбаски. Ну, я думаю, что можно и третью колбаску. Ну, давайте с двумя колбасками попробуем, что получится. Заворачиваем в лепешечку. Эту согнем, что у нас там торчит. И начинаем нарезать. Ну, большой немножко модуль, но ничего страшного. Давайте мы его еще разочек покрутим. Все внутри тоже у нас там скручивается, да? И посмотрим, что получим. Никакие элементы не выкидываем, даже какие-то некрасивые, ничего страшного. Все равно где-нибудь это нам пригодится. Ух ты, смотрите, как интересно. Внутри нашего элемента мы видим два пятнышка, да? Это наши две колбасочки, смотрите, какие они интересные. Можно было бы также и три колбаски делать, получается, правда? 4, 5. Ну, вот такие у нас получились элементы. Мы с вами придумали еще один модуль, в котором много колбасок, да? Две сосиски в тесте. Нарезаем, нарезаем, много-много. Ищем с вами красивую сторону, где смазалось нам не подходит. Нам нужна красивая сторона, где более четкий рисунок. Ну, получается довольно четко, нормально. Нарезали. Наш жираф уже наполовину готов. Он такой симпатичный получается. Тепленький. Высокий, очень красивый. Осталось нам совсем немножко. Ой. На листочек не будем класть, чтобы его не пачкать. Теперь элементами выкладываем. Ну, давайте ножки. Не очень хорошо получилось то, что ножки у нас такие яркие, дальние. Ну, выкладываем ножки. Смотрите, чтобы за линию не заходили ваши элементы. А вот эти маленькие элементы, их можно куда-то воткнуть, вот где у нас дырочки остались между большими элементами, да, мы туда можем вот эти маленькие где-то тоже пристроить. Ножки. Эти ножки тоже продолжаем с вами. Низ выкладываем. Ну, давайте не до самого низа. Здесь оставим темные копыта, потому что у них есть копыта у нашего жирафа. Поэтому не до конца выкладываем этими элементами. Копыта сделаем более темными. Ух ты, какие ножки разноцветные получились. Шею. Ну и голову давайте выкладывать. Какая голова яркая получилась. Ничего. Красавец. Тепленький такой. Голова есть, ножки есть. Куда бы еще элемент? Ну вот начало хвостика, сюда можно элементик. Ну и, конечно, куда-то внутрь, в тельце запросто. Так, ребятки, смотрите, у нас остались, мы с вами выложили модулями, да? Осталось нам с вами ушки сделать. Осталось нам с вами вот какие-то дырочки, да, между там большими элементами. Вот эти дырочки можно сделать, смотрите как. Берем с вами кусочек желтого, например, кусочек коричневого, или можно просто одним, допустим, желтеньким, да. Смотрите, мы с вами берем маленькие, делаем просто маленькие кружочки.
и этими маленькими кружочками, вот так, смотрите, в пальчиках покатали, да? Когда большой кружочек, мы с вами ладошками катаем. Когда маленький элементик, мы вот так вот в пальчиках катаем. И вот эти дырочки можно этими вот кружочками. Кружочек скатали, тыкнули, скатали кружочек, тыкнули. И вот где у вас там элементы не поместились, да, можно просто вот такими маленькими шариками выложить. Где у вас там остались места пустые, да? Где у нас не поместился элемент? Можно кружочками такими. Оп. И все так утыкиваем. Вот местечко. В серединочке, да, какие-то у нас остались места. В ноги тоже хорошо это сделать. Сначала, допустим, желтые делаем шарики. Потом, может быть, сделаем с вами коричневый, да? Цвета, которые мы с вами использовали, вот такими шариками можно это все выложить. Вот, становится он у нас прям живой, стоящий. Вот такие всякие шарики. Теперь можно темных точечек также наделать. Взяли маленький кусочек, покатали в пальчиках и тыкаем в места, где у нас торчит бумага, где у нас не поместились наши элементы. Вот так вот все можно шариками маленькими выкладывать. Выложили шарики. Дальше давайте сделаем ушки. Ушки, конечно, хорошо тоже из модуля сделать. У меня какой-то был модуль. Я, пожалуй, ушки все-таки модуль не сделаю. Немножко у меня не хватило того модуля, но ничего страшного. Ну, вот этот большой модуль, можно, я думаю, его отрезать немножко. Ничего страшного, все равно красивое ухо. Формируем ушко. Если немножечко маловато, можно нажать, да, расплющить, чтобы ушко стало побольше. Так, ну и оставшиеся элементы, давайте мы с вами копыта, гриву, да, мы с вами посмотрели, что у жирафа есть грива. Это мы забыли с вами отметить, но это важный такой момент, да. Смотрите, есть грива, она более темная, на рожках темные пятнышки, глазки темные, ноздри темные. Копыта не видно, но копыта тоже темные. И на конце хвоста тоже темная кисточка. Значит, давайте мы с вами возьмем черный цвет. Можно тут добавить немножечко коричневого, чтобы поинтереснее было. Чуть-чуть размешаем немножечко совсем. И, пожалуй, давайте сделаем с вами хвостик. Ну, хвостик – это тонкая длинная морковочка, да? Можно на ладошке катать, можно на бумажке. Это я хвостик делаю. Ну, вполне для хвостика подойдет. Размерчик как раз подошел. И теперь мы с вами сделаем кисточку для хвоста, такую маленькую. Сначала, наверное, шарик давайте сделаем, потом чуть-чуть кончик заострим немножечко. Вот такой у нас получится кисточка. Можно приплюснуть нашей кисточкой. Коротенькая получилась, можно немножечко вниз ее. Так, раз, все. Немножко темный хвост получился, как-то он мне очень нравится. Смотрите, у меня есть элементик, может быть, нам, знаете, как сделать? Может быть, просто его нарезать на кусочки, тоже интересно будет. И такими все-таки цветными какими-то выложить. О, какой пестренький хвостик получается, так интереснее. Хвостик пестренький.
теперь копыта. Копыта у нас темные. Можно черный плюс коричневый. Намешали. Сделаем лепешечку. Может быть, квадратик вот такой вот в пальчиках. Делаем квадратик. Ну-ка. Мне кажется, большой. Давайте пополам. Ну, смотрите там уже по размеру, да, чтобы по вашей картинке подходило. Такие вот, может быть, ромбики, прямоугольнички, копыта. Между пальчиками делаем прямоугольничек. Дальняя лапка. Передние лапки. Они более темненькие сразу, более похожи на копыта. Сюда прямоугольничек. Осталось совсем чуть-чуть. Осталось нам глазки сделать, рожки и ноздри. И жираф будет готов. Вот этому жирафу не хватило элемента. Давайте элементик добавим. У меня тут остались какие-то некрасивые, но ничего страшного. С другой стороны, он довольно симпатичный. И даже целиком поместится, не поместится. Такой кусочек. Лапочка. А места, где вам хочется, где кажется пустые местечки, можно там добавить вот этих вот кружочков, маленьких шариков. Так, теперь нам нужно рожки еще сделать. Вот из каких-то кусочков, из остаточков, может быть, у вас модули остались, да? Делаем рожки. Одна палочка. Ну, тоже рожки, они ближе к голове потолще, удаляясь от головы потоньше. Вторую рожку. О, какие рожки красивые. Ну и сверху опять делаем шарик маленький. Рожки сверху заканчиваются таким темненьким пятнышком. Ну и, конечно, глазки нужно сделать. Потому что пока глазика нет, он какой-то неживой, да? Давайте глазик сделаем. Тоже шарик просто катаем в пальчиках. Глазик. Ну, ноздря, по-моему, она вот сама собой там получилась, да? Благодаря вот этим вот модулям. Где-то еще хочется темненьких добавить. Может быть, сюда. Остался пластилин. Сюда. Будет более цельная форма. Ну, если остались пробелы, тоже ничего страшного. Все равно он похож на жирафа. И немножечко, если даже вы не доделали, вот до краешка не доходит линия, ничего страшного. Так, и теперь, наверное, давайте мы с вами вот в этот глазик тыкнем карандашиком. Вот, это похоже на зрачок. Глазик становится более живым. Вот, и можно еще где-то потыкать, если вам хочется, карандашиком. Можно, например... А, мы с вами забыли гриву сделать. Давайте, грива – это важно, да? Грива более темная. Тоже можно взять кусочек черного, кусочек коричневого. Немножечко это размешать. И делаем колбасу, колбасочку. Можно ладошки покатать, можно на листочке, как нравится. Так, смотрим, наша колбаса маловато, еще покатаем. Можно просто одной колбасочкой выложить гриву. И потом по ней мы сделаем с вами узор карандашом, который будет напоминать гриву. Волосы гривы. Вот еще продолжение кусочка. Здесь немножко не хватило. Продолжаем. Кусочек колбасочки. Ну вот как раз. Прилепили. Соединили. Примазали, да? Где-то что-то, если не хватает. Ничего страшного. Ребятки, дальше смотрите, что мы делаем. Можно стекой, можно карандашом. Вот так, если карандаш на бочок положить, то можно вот так вот сделать на гриве отпечаток карандаша. И это очень похоже на волосы, на гриву. Вот так вот просто отпечатываем карандашик. Такая грива интересная получается, да? Потому что просто колбаса, она так скучновато смотрится. Тут вот напоминает волосики, напоминает гриву. Напоминает такое теплое животное, большое, ласковое.
Так. Ну, я думаю, что жираф готов. Посмотрите, гриву можно так сделать, да? Как мы с вами делали такой более простой способ. Вот, а здесь смотрите, как грива сделана. Она здесь сделана немножко по-другому, да? Здесь просто делается тоненькая колбасочка. Давайте покажу тоже способ для гривы. Может быть, вы какую-то еще гриву придумаете свою, другую, да? Как нам показать, что там короткие волосики? Сразу хочется погладить жирафа по этой гриве. Смотрите, здесь как сделано, тоненькая колбасочка катается, и потом просто она вот так вот сгибается, сгибается, такой гармошечкой. Вот, и такими фрагментами выкладывается, да? Получаем гриву. Так, что еще можно сделать? Можно еще наши копыта немножко тоже стек, возьмите стеку нож, и можно немножечко здесь сделать полосочки. Ну, чтобы копыта тоже были поинтереснее. Просто прижимаем стеку. Ну и на этом с вами мы закончим нашу работу. Я думаю, у вас у всех получилось. Он такой теплый. Хочется его погладить. Хочется покормить его листочками. Ну и, пожалуй, на хвостике, наверное, что-нибудь нарисуем, да? Хвостик же тоже из полосочек состоит. Из волосиков. Можно волосики эти все прорисовать. Тогда будет еще интереснее ваша работа. Вот такой жираф. Я думаю, что у вас все получилось. Желаю вам удачи. Если кто-то не доделал, доделайте, не торопитесь, потихонечку. До свидания. Всего хорошего.